Всем привет! Я продолжаю играть в игру Merge Matters. Соедини все, что имеет значение. Итак, как вы видите, пришла пора перейти на следующий уровень и получить призы. Итак, переходим на 31 уровень. Есть! И чтобы получить 32-й, нужно 5400 очков опыта набрать. 5400, ничего себе, все больше и больше. Ну, давайте посмотрим, что нам тут предлагают за призы. Сейчас только секундочку, я немножко место подсоберу. Вот, хотя бы так. Так, это у нас 30 минут. Ого, так пускай открывается свинка и энергетический бокс. Ну, с этим все понятно. И остается дальше работать над получением тряпочек. Сейчас свинку разберу. Так, что-то придется убрать немножко. Так, так. Ну вот, то, что она дала нам. Посмотрите, как много у меня было линейк, потому что мне нужен был вот такой вот предмет. Смотрите-ка, сейчас я вам его покажу. Вот можно за него монеточки получить. Как он называется у нас, кстати? Пчелиный воск. Он собирается из вот таких сот первого уровня. И чтобы его собрать, нужно вначале собрать улей. Раз. Чтобы собрать улей, нужно собрать цветок. Да? То есть это предмет уже третьего уровня. Чтобы собрать цветок, нужно было вначале собрать лейки. Не знаю, понадобится ли мне такое количество леек в будущем. Но давайте наконец-таки найдем эти координаты. Встать на нужные точки с карты. Есть одна идея. Дедуль, поможешь? Тебе нужно встать вон на ту точку, на эту точку. Готово. А! Вихрь, ко мне. Ты вставай вон туда, а я встану сюда. Уф! Же это такое? Изучить механизм. Для этого нам нужны очки. Очки у нас, как вы помните, сейчас, очки у нас получается из пенала. А пеналчик собирается из эластиков. У меня уже предмет есть 7 уровня. Сейчас я посмотрю, неужели у меня нет ни одного пенала? Да, у меня их забирали. Так, ну что ж. Вот нам такой дали вот коробку, в котором у нас тут вот, вот эти вот горшки. Сейчас я вот эти вот соберу, чтобы место освободить. Еще мне леек хотят подкинуть. Вот не надо мне, спасибо. Я вот думаю, что мне нужно вот эти лейки тоже будет убрать со временем. Пока я собираю пылесос, пенал. Пенал, это у нас получается из вот этих вот кофейных аппаратов. Он обладает бонусом скотч. И эти скотчи у нас собираются. У меня сейчас в данный момент, да, здесь нету ничего. Вот есть 7 уровня циркуль. В принципе, они собираются недолго, но стаканчиков мало просто дают. Вот видите, уже один вот выскочил. Иногда ластиков очень много выпадает. А иногда не хотят совсем. Главное место, чтобы их пособирать. Вот так. Ну, заодно и какой-нибудь напиточек соберу повыше уровня. Наверняка потребуется с кем-нибудь поговорить, когда нужны будут напиточки. Ну, вот все, что мне дали на данный момент, 2 ластика. Вот буду собирать пылесос из тряпочек и сейчас из ластиков вот
очки нужно получить. И тогда мы сможем с вами изучить механизм, который вышел. Итак, во-первых, мне удалось собрать наконец-таки пылесос. Пылесос – это у нас предмет 12 уровня, как вы видите, который собирается из тряпочек, которые выпадают из шкафчика с тряпочками. Ну что ж, что у нас было связано с пылесосом? Выбросить горшки. Давайте наконец-таки их выбросим со второй верандочки. А? Не веранда, а целая горшечная фабрика. Угу. С кем-то хочет поговорить. Так, открыть сообщение. Чтобы открыть сообщение, нам нужно собрать мелки такие, которые вот мы сейчас пенал собирали с вами, но 5 уровня, из стаканчиков они добываются, как бонусный предмет ластик, из них собираются вот мелочки такие, из кофейных машин. Так, и второе, это нужно собрать обои 8 уровня из циперусов. Сначала, то есть, собираем циперус, а потом обои. Это 2 класса предмет получается. Так, обои кое-какие у меня уже есть, то есть это будет уже не так трудно. Главное, что у нас циперус с вами будет. И давайте второе задание. Наконец-таки вот я собрала вот такой пенал, подождала какое-то время. Он, видите, раскладывается на очки, вот такие, солнечные очки 1 уровня, и на ластик снова. Ластик нам снова понадобится, чтобы собрать мелочки, как вы помните. И давайте изучим механизм, который у нас вышел. Ну, конечно, механическая загадка, как я сразу не догадался. Дед обожал всевозможные механизмы и часто создавал собственные. Надо осмотреть платформу. Мне кажется, внутри что-то есть. А! Точно, нашла. Только что это? Смотрите, какой-то ключ. Угу. Очистить находку. Для этого нужно отдать вот такой вот предмет, какое-то вот чистящее средство 6 уровня, которое мы получаем из бонусного предмета мыла, из тех же шкафчиков с тряпочками, которые выпадают. У меня такой предмет уже есть, это хорошо. И второй нужно создать из молоточков, такие вот плоскогубцы 8 уровня. Это, кстати, надо пилу можно разложить. У меня, мне кажется, пила была. Да, вот у меня пила была, а вот этот предмет у меня 7 уровня. Тогда мне проще, наверное, собрать предмет 7 уровня, чем зачем-то пилу раскладывать. Давайте тогда соберем его из молоточков. Так, что у нас тут? Нам дали 2 таких сундучка. Вот этот вот максимально с кристаллами. Смотрите, я получила сундук с кристаллами. 3 уровень. Ну что, соберем их, что они тут у нас будут стоять. Спасибо. А вот этот сундук через 1 минутку откроется. Ну хорошо, подождем 1 минутку, пока он откроется. Будем пока молоточки собирать. Вот молоточки. Раз у меня предмет уже был, да, 7 уровня, давайте попробуем. Ой, тряпочки, тряпочки. Не надо мне тряпочки пока. У меня 3 таких вот ящика с инструментами. Может быть, мне удастся и собрать. Вот. О, тем более за рекламу дают. Давайте возьмем. Так, вот 1 ключик я уже собрала. Нужно еще такой набрать. Может быть, еще дадут за рекламку. Сейчас посмотрим. Вот такой ключик у меня уже есть. Не краска, смотрите, ни скотч не выпадает из этих же ящиков. О, скотчи пошли. Скотч не буду удалять, тоже их пособираю. Пригодятся в будущем. Итак, вот я собрала предметик. Плоскогубцы 7 уровня. И вот у нас 8 уровня предмет, как раз, который называется клещи. Клещи. Хорошо, давайте пойдем выполним задание. Очистить находку. Это было непросто, но я справилась. А! Ричард Грин оставил своим потомкам ключ.
Кэти, что объединяет все находки? Карта, ключ, сад. Вау! Дедуль, ты что, перечитал детективов про Шерлока Холмса? О! Даже если так, думаешь, Артур Конан Дойл не знал, о чем пишет? Кэти, это ведь загадка. Думай, как твой прапрадед. Как твой прапрадед. Угу. Что тут такое? Поставить лежанку для собаки вдруг понадобилось. Вот такой предмет я еще не видела. Что это такое? О-хо-хо-хо-хо! Короче, так, это будет предмет какого класса? Давайте считать. Чтобы получить косточку, нам нужно собрать диван. Это раз. Чтобы собрать диван, нужно собрать бруски. Это два. Это значит, предмет получается... Сначала диван собираем первого класса, потом собираем русские. Сначала диванчик, который разлагается. Так, русский, значит, второй класс получается. Так, значит, нам снова надо будет собирать мебель. Собирать мебель и обои, и мелки. Так, в дневнике у нас появилась новенькая. Как нам тут до конца дойти? Можем так. О, ключ. Оказывается, мой прапрадед Ричард Грин спрятал под землей ключ. Что открывает этот ключ, пока непонятно. Вот такой у нас вот такая загадка. Когда-нибудь ее отгадывать пока непонятно, но открыть сообщение нам нужно. Короче, собираем тряпочки, чтобы мелки получить. Собираем, делаем обои. И собираем мебель. Короче, все. Вот из мебели у меня тоже, кстати, тоже кое-что есть. Вот у меня кресло уже есть. Из мебели. Так, посмотрим, что здесь. Спички. Ящичек такой снова. Еще два ящика. Вот такой вот. Еще монеток нам тут надавали. Хороший тут такой ящичек нам попался. Еще энергия и еще один такой ящик. Короче, куча ящиков нам тут получилось. Элементов наших будущих ящиков. Ну, давайте я их сюда буду складывать вот к элементам. Свечку еще одну дали. Свечки у меня нету тоже. И свечечку. Части это, конечно, хорошо. А семена? А, вот семена одни у меня были. Хорошо, я могу соединить вот в такой росточек. Это второй уровень, это третий. Ну, короче, у меня скоро на складе будут только части, всякие разные будут части от всего-всего. Вот и склад у нас забит, да, сама игра забивает нам склад, можно так сказать. Так, энергии нам тут 5 энергий подарили, ай-яй-яй, какой большой подарок. Итак, что нам нужно? Нам нужны эластики, значит, снова, а вот еще энергетический бокс. Давайте соберем немножко энергии. 40 энергии и одна. Одну точно нам не надо. 40 тоже можно взять. Итак, приступаем. Сначала вот стаканчики, чтобы получить ластики. Иногда выпадают ластики. И соберем здесь как раз вот эти все кружечки в одну цепочку. А то они у меня тоже очень много места, как вы понимаете, занимают. Сейчас я это сделаю, смотрите. Оп-оп-оп-оп. О, да куда я дошла даже. Когда-нибудь нам это пригодится с кем-то побеседовать. Вот, можем забрать опыт. Посмотрите, как хорошо мы тут поле освободили. Ну, ластики, смотрите, нам не хотят. Вот один ластик дали. Все ластики мы с вами использовали, когда пенал получили, как вы помните. Так, все, стаканчики, все. Пока мы только такую точилку получили. Дальше займемся обоями. Обоями. Вот отсюда. Вот у меня уже циперус есть. И вот такая обойная 7 уровня у меня есть. А нам нужно 8. То есть мне надо еще одну 7 уровня. Вот такой циперус мы с вами получаем. Один у меня, как вы видите, внизу уже стоит. Но мы вместе будем их разбирать. Я так делаю, чтобы... Меньше места за бесплатно дают, за рекламу. Давайте возьмем. Так, отлично. Сейчас тут еще пособираем. Вот так. Вот, смотрите, из такого вот циперуса максимального уровня можно уже
зарабатывать вот такие вот полосочки. И складываем их, как вы видите. Так, еще такую вот. Я просто четное количество собираю. Вот такая обоина получается у нас. Эту так просто не дают, как вы понимаете. И вот, вот будем складывать обои. Будем складывать обои из циперусов. И третье, что нам надо, мебель собирать. Для этого нам нужно, так, это для циперусов, вот, разбирать вот эти вот все поленья. Я собираю вот последнего, пятого уровня. И потом тогда вот нажимаю, вот у меня столбик выпадает третьего уровня. Закончились ходы. Сейчас я возьму за 5 энергии 100 ходов. Вот так я делаю. Видите, у меня стульчик и лопаточка выпадает. И на данный момент у меня уже есть вон кресло такое. Да? Поэтому и снова собираю пятый уровень. Я тут не разбираю до конца. Просто вам показываю, как нужно правильно делать. Вот у меня пятый уровень. Я их объединяю, получаю снова шестой. И снова вот нажимаю. И вот объединяю, видите? И получается, да, и место у меня сохраняется. И новые вот разбираю, сколько тут можно. Вот. Жду, пока снова начнут образовываться. Так, что мне тут делает молоточек? Молоточек мне сейчас уже не нужен. Так, значит так, кофейные машины у меня больше не работают пока. Дрова то могу еще вот семена циперусов пополучать. Я сделала такие ведра хорошие. Эти ведра вам нужно, кстати, увеличивать периодически. Их можно получать из этих вот столиков, чтобы они больше циперусов давали. Видите, сколько я могу сейчас получить? Но потом они тоже пойдут отдыхать. Закончится. Я давно с ними не работала, поэтому видите, как они много дают. Но они не будут так много давать все время. Вот так вот. Так, есть. Могу еще разобрать. Вот тут только две у меня осталось. Так, я стараюсь просто не замусоривать. Вот так вот. Вот так вот. И как вы видите, вот еще вот максимум, что я могу сделать. Все, все, стаканчики больше не даются, мелкие не можем получать. Обои тоже циперусы не можем делать. И росточки тоже надо теперь отдохнуть. Ну что ж, до скорых встреч. Как сделаю, так встретимся с вами дальше. Пока понятно, что нужно делать.